Так ты меча из Чивы? Я думал, такие, как ты, должны охранять фараонов. Я Меджай без фараона. Видишь? Это же мое имя, Нак! Тебя найдут. Найдут и убьют. Во сне! Во сне я больше не сплю. Я жду в тенях. И я убью вас всех! Каждого, кто дышал воздухом Сивы в тот день! Ты убил хозяина, но не добил меня! Большая глупость. Твой хозяин был убийцей. Я его телохранитель. И это вопрос чести. Я Меджай из Сивы. Значит, ты достойный противник. Я заберу твою жизнь. Ты быстр, Меджай, но я сильнее. Это честь сражаться с последним. Что тебе будет проще. Один из нас останется здесь навечно. Пусть лучше ты. Хватит сражаться. Я не хочу убивать тебя. Вопрос чести. Деремся насмерть. Ну что ж. Нек, мне не выйти. Thank you.
Не уцепиться. Как же мне пробраться дальше? Куда лезут эти скарабеи? Должно быть, этот храм построили много веков назад. Прости меня, Амон. Мне это нужно.
Наследие древних.
А, вон там. Свет. Стена. Солдаты. Конечно. Сейчас. Взять его. Умри. Хабзафа, берегись. Бай, это ты? Мы в ловушке. Это я вижу. Это меча. Уби, давай. Будет буря. У тебя новые друзья. Они устроили засаду. Хорошо, что я пришел встретить тебя. Как я рад. Ты отпустил бороду? Год не виделись, друг мой. Сладкий вкус битвы, я его уже забыл. В Сиве все подчиняются солдатам, боятся их и смерти. Я убил человека в маске. Цаплю. Еще четверо. Идем. Ты поди устал. Отдохнешь. Нет. Не могу. Сначала я выпущу кишки всем тварям в масках. Боги! Как же я скучал. Где твой верблюд? А, вот ты где. Поехали, сэр. Как вы тут справляетесь без меня? А, нам не просто, Байк. Ты ушел, люди хотели, чтобы я поддерживал порядок. Но солдаты разбили здесь лагерь и делают, что хотят. Лагерь в Сиве? Толемей держит эти земли в повиновении. А я лишь пытаюсь уберечь людей от беды. Рад, что ты здесь. Сделай, что смогу. Но не забывай, у меня есть своя цель. Знал, что ты нам поможешь, Сэнни.
Что случилось? Солдаты не знают жалости. Если думают, что кто-то им соврал, сжигают всю деревню. Или что похуже. Вот ты и дома, Байк. Все ведь тебя заждались. Домами, детьми, люди словно опустошены. Угрозы, допросы, вымогательства, поборы, избиения. По всему оазису. Мы все научились подчиняться и прятать себя. Ты сам все. Не привлекай внимания. Домой собираешься зайти? Это уже не дом. Расскажи про Ибиса. Он здесь? Он проклятие нашего оазиса. Сам видишь, с его прибытием солдаты как с цепи сорвались. Раньше они дрались с крестьянами только с пьяна. А с тех пор, как тут Медунамон, они стали собраны и жестоки. Все больше причин убить его. Будь осторожен, Бай. Он с виду хлипкий, но на деле силен. Так будет с каждым, кто ослушается воли Медунамона, жреца фараона. Дом. Оставь верблюда, далеко он не уйдет. Ну что, пойдем. Отдыхай, друг. У тебя был тяжелый день. Нет, отдых не для меня. Нужно готовиться к бою. Хабзефа! Хабзефа! Солдаты снова! Байк? Рабия! Рабия! Я так боялась! Конечно, боялась. Ты ведь меня знаешь. Ну и ну. Раны?
ушибы? Ерунда. Сядь. Все поправим. Ты все такая же. Айю, тебя. Сколько ж я вас лечила. Защищала от старших. Все изменилось. Но ты так же крепок. О, великий Осирис! Думал, ты не проснешься. Рабия перевязала меня, и я... Я решил не будить. Бой с Медунамоном потребует много сил. Кстати, друг... О, лук! Попробуй пострелять. Старайся целиться прямо в голову. Одна из мишеней прочнее остальных. Мне нравится. Ну? Хебзефа! В чем дело? Тебя ищут солдаты! Ну? Идем, живо! Проследи, чтобы никто не покинул дом живым. Хебзефа! Нужно поговорить! Намарх Руджик убит! Возможно, виновен твой друг Меджай! Выходи! Помоги очистить его имя! Устроим засаду. Нак! Теперь они найдут письма и сожгут мой дом. А меня казнят. Не бойся. Я с этим разберусь. Осторожно. Кто здесь? Покажись! Тихо. Он слишком близко. Теперь остальные. Мы застанем его врасплох. Я смотрю в оба. Нельзя оставлять тела на виду. Точно слышал? Thank you.
Стойка! Готово. Спасибо. Я же говорил, эти мерзавцы ничего не боятся. Самоуверенные мерзавцы. Все так. Пойдем наверх. Я расскажу об обязанностях Меджая Сивы. Все горести Сивы здесь. Я пытаюсь помочь каждому, но я один. То есть ты не обладаешь божественной силой? Но... наша главная беда — этот человек, Медунамон. Люди надеялись, что он все изменит. Мол, жизнь наладится. Вскоре мы узнали правду. Слушай. Я всерьез опасаюсь за твою семью, жрец. Отправлю их в более... безопасное место. Вот этот человек твой враг. Я найду его и убью. Медунамон намного сильнее, чем кажется. И окружил себя лучшими воинами. Мне все равно. Ты погибнешь. Чтобы убить этого тощего мерзавца, нужна подготовка. И уж точно доспехи получше. Да, я сделаю их сам. С оружием сложнее. Солдаты унесли из деревни все. Поговорю с кузнецом. Да, думаю, Бенипи поможет тебе с этим. Может, и Сену найдет что-нибудь. Сену? Сену жива? Смотри, кто это. Сену, это ты! Красавица! Рабия выходила ее. Спасибо ей. Людям нужна твоя помощь, Байк. И они готовы помочь тебе. Понимаю. Thank you.
Надо раздобыть кожу. Людям нужна помощь. Почитай письма на столе. Теремун так просто не сдастся. Мне нужен родник в пещере Аманаи. Дорогу я знаю. Надо заглянуть. Thank you.
Алиса! Вот ты где! Выпусти нас! Вот ведь кто? Не убежишь! Бегите, живо! Где Теремон? О, Амон. Он погиб от ран. Родные должны его похоронить.
Грустные вести. Где Исса? Лежит здесь, как и ее дети. Вся семья убита? Да. Вижу, Теремун тоже заплатил за свою дерзость. Я говорил, что это бунтарство принесет только горе. Но что случилось? Они заметили солдат и спрятались в погреб. Но солдаты в назидание остальным просто сожгли дом дотла. Мне так жаль. Положи тело тут. Они отправятся в Дуат вместе. Так много смертей в оазисе. Мы не сможем похоронить всех несчастных. Тебя убило вовсе не твое бунтарство, брат. Мир. Там больше мира, чем тут. Этого хватит. Славная охота. Спасибо тебе, Нейт.
Отлично, так лучше.
Смотрите, кто к нам вернулся! Так будет с каждым, кто ослушается воли Медуна-Мона. Ханну я могу помочь? Его приказы нужно соблюдать неукоснительно. Биг Айевченец. Ха-ю-им... Чемаха Хенеру. Харипетчу. Десетпетсамаха. Всем, что у вас есть. Домами, детьми и жизнями. Вы все цело обязаны фараону. Телемею Филопатору, правителю Египта. Я... Ладно. Ваш священный долг – платить налог фараону. Ваш священный долг – во всем ему подчиняться. А иначе вы нарушите волю богов. Указом фараона все жители Тивы обязаны сообщать известные им сведения о храме Амона и связанных с ним секретах. Gehemnere, Chayenisachet,